Заметить рак на ранней стадии. В Ярославскую клиническую больницу номер 9 доставили новое эндоскопическое оборудование стоимостью более 8 миллионов рублей. В современную стойку входит монитор, видеопроцессор и 3 аппарата для диагностики и проведения операций. Японский аппарат позволяет без значительных разрезов на теле удалить желчные камни или же диагностировать рак на ранней стадии. Высокое разрешение картинки позволяет врачу замечать мельчайшие детали. Преимущество этого аппарата – это, во-первых, гораздо более тонкая вводимая часть, да, то, что представляет достаточный комфорт для пациента, то есть зонд более мелкого диаметра. И самое-то главное, что на данных аппаратах есть возможность фотографирования изображения, видеоархивация, что потом в последующем может предоставляться в другие лечебные учреждения